Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий. Мы сегодня с тобой продолжаем играть в мир морских там кораблей. Вот, продолжаем с тобой. Чем мы хотели с тобой заниматься? Мы хотели с тобой заняться тем, чтобы... чем мы хотели? Я забыл. Но я помню, что нам нужно вот этих пересадить, да, их потратить на очки работы. Я хотел что-то крафтить, перекрафтить, да? Что-то скрафтить, перекрафтить. Так, давайте вот так вот пересадим. 10 пленных осталось. Надо пленных пофармить, ребят. Так. Так, а что мне надо? Чё как хреново, кстати говоря, стою? Ну, как-то не по фэншуй, как-то сбоку. Я не вижу ни хрена, что у меня там происходит. Мастерская, да, нам нужны балки, ребят, нам нужны переборки, балки, давайте сначала балки сделаем, меняем мастерскую на балки, 1000 очков работы тратим и переделываем, я думаю, 300, кстати говоря, можно сделать на 27 тысяч дерева, да? Давайте 200 балок сделаем, ребят. 200. Вот так вот. 200 балок сделали. Балки у нас есть для постройки корабля. Да. Сколько у меня там балок еще есть? Так, так, так. Балки, балки. А балок здесь нету, да? Две штучки. У меня вообще балок нету. 318. Да, балок-то вообще как бы не особо у меня. То есть все отсюда балки бы надо туда перевозить. Хорошо. Что нам надо еще? Давайте еще сотню балок сделаем. Да. Все, еще сотню балок, ребят, сделали. Теперь мы перекидываем еще рабов. Точнее, работяг. Еще две. Практически 4000. Рабочих остается 200 у нас. Теперь мы мастерскую с балок меняем на переборки. Переборки сделаем. Мастерскую заходим. И здесь делаем уже... Ну, нам так много не надо, да? Смолы вообще не тратится практически. Нам так много не надо. Нам достаточно... Сколько там надо переборок-то? 40. Давайте сделаем ровненько 60. 60 переборок мы сделали. Так, переборки есть, у нас все есть, ребят. Балки есть, пластины есть. Не хватает только опыта для того, чтобы скрафтить новый корабль. Это все надо будет взять и потом перевести на нашу основную, так сказать, базу, да, ну, там, где мы обитаем. Также мы что можем с тобой сделать? Мы с тобой забираем вот это полностью. Железо сейчас перекрафтим. Так, 10 тысяч у нас еще остается с тобой, да, груза? Так, нам надо, наверное, обломки туда отвезти. Все. Золотые рыбки туда отведем тоже всем. Что нам надо еще с тобой? Давайте рыбку заберем. Всю. Может, кого-то встретим. Еще 3 тонны можем забрать. Здесь бы надо бы по-хорошему, ребят, бы сделать порционы. Как я уже говорил, меняем на порционы. 1500 очков остается. И можем 700 еще порционов сделать. Но я бы хотел, наверное, больше... Знаете что, высадим экипаж. Именно, знаете кого? Солдат. У нас солдат 600 штук. Хотя на 150 мало. Ладно.
1000 порционов сделаем. Да, и мы еще 1000. То есть у меня ресурсов, ребят, на 2000 порционов. На 2000 порционов у меня ресурсов. То есть на 300 тысяч голды. То есть 2000 порционов это 2000 голды. Это на сколько здесь вес? 40 тысяч? Да, это на 40 тысяч, да? То есть получается порционов на 40 тысяч у меня вес. То есть мы еще потом сможем с тобой сделать еще порционов. А давайте сразу сделаем трюм. Че тянуть-то? Че тянуть-то, да? Так. Так, подожди, еще надо. Да не туда. Еще 1000. Сделать. Да не сделать, а сделать. На 1200 еще могу. Еще 1200 могу порционов сделать. Так, сколько у меня получается? 1000 там с небольшим порционов, ребят. То есть 2000 порционов. 2000 порционов это 300 тысяч голды. 300 тысяч голды. Надо ресурсы, как я уже говорил, да, перекрафчивать. Так, нам опять не хватает припасов. Нам бы сплавить туда сейчас назад, привезти еще порционов. Точнее, не порционов, а припасов. Туда это тоже надо будет все потихонечку перетаскивать. Вот это мы тоже заберем. Давайте вот это тоже. Хотя пускай здесь пока валяется этот мусор. Все, ребят, выплываем, да. И плывем. И плывем к себе на базу. Туда, куда нам надо. То есть нам, по сути, осталось только с вами накопить опыт. И корабль я уже могу скрафтить. Опыт крафтится, фармится очень легко. Можно просто пиратов. Пиратов пофармить. Вон таких вот. А почему бы нет? Почему бы нет, ребят? Почему бы вот таких пиратиков нам сейчас не фармануть? Может, что-то выпадет? И я думаю, знаете, что? Мы, наверное, либо в этой серии, либо в следующей, мы прям займемся фармом пиратов, ребят. Прям именно фарм жесткий пиратов. Сюда приплывем, и здесь вот эту всю мелочь мы просто всю позахватываем. Мы и опыт себе покачаем, и пленных достаточное количество мы себе заберем. Потому что я потратил всех пленных, да, то есть на крафт. Вот, и нам нужно больше с тобой пленных. Так что нам надо с тобой обязательно будет этим заняться. Плюс опыт, опять же, да, вот эти просто всю мелочь вот эту пофармим. Абордаж просто будем брать всех. Нужно будет взять много снарядов. Да, я думаю, да, так и сделаем. Но это, ребят, в следующей серии. В этой серии мы просто переброска ресурсов. Мы сейчас плаваем туда-сюда. Кастилию выбили, да, нормально. Ну вот, мы сейчас плаваем туда-сюда. Мы сейчас железную руду туда-сюда отвезем. Перекрафтим. Там железной руды 8000, там достаточно. Мы оттуда заберем. Мясо надо оттуда увезти, потому что там не нужно, и припасы. Сейчас будем заниматься такой. Такой этой деятельностью.
просто туды-сюды. Поплаваем немножечко. Опыт нафармим, кстати говоря, быстро. 14 тысяч опыта мне осталось до нового корабля. Я пока только плавать буду из порта А в порт Б, я уже нафармлю, наверное, этот опыт. Так, забираем что? Забираем уголь. Нам уголь нужен, медь. Ну и смолу, да. Кто-то скажет, можно пленников, да, обменивать. Ну, пленников я так нафармлю. Пленников я так нафармлю. 3 тонны у нас в плюсе мы еще. Рыбку немножко обменяли. Сейчас доплывем до поселения, может там что-то будет. Вот, потому что вот эту мелочь сюда. У меня экипаж 130 человек. Я их вообще на изи всех буду забирать. Прям фарм, знаете, такой прям устроить бесконтрольный. Прям нафармить их хорошенько. Чтобы аж у меня трюмы трещали от количества новой рабочей силы. Так, рыбку мы пока не берем, она нам пока сейчас не интересна. У нас другие задачи. Ром по 8 забираем, снасти забираем, бронзу тоже забираем. Кстати, неплохо бронзу. Бронзу, кстати, тоже надо сделать. Чтобы ее сделать, нужно медь отвезти туда. А что у нас медная руда там, что, сколько? Медь 1700, надо переплавить. И здесь меди 1900, надо переплавить, ребят. А еще медь-то, бронз делать. Медная это, да? Медь, уголь. И что-то еще надо. Медь, уголь, по-моему, просто крафт время. И надо бронзу, да, тоже переплавить, сделать бронзу. Потому что от этих вот слитков медных, от них толку нету. То есть они нахрен не нужны. Так, рыбы у меня нету. Плыву без рыбы. А то я скупаю эту медь. А в бронзу я ее не переделываю. Че у него? Ну-ка, да, блин, железо бы купил. Но рыбы у нас нету. А вообще рыба-то у меня что, есть где-то? Рыба 2700, где? Ага, в порту Сан-Мартинос есть 1700 рыбы, надо забрать. Сейчас мы плывем как раз в этот порт. И я сейчас тогда оттуда рыбу всю заберу. И мы сейчас ее раскидаем. Так, туда мы не заплывем. Большой дядя с защитой 2 единицы, очень слабенькой. Его можно было бы забрать. Но нам сейчас немножко не до этого. Нам нужно готовиться к крафту нового корабля. Сейчас постараюсь, ну то есть максимально, ребят, не буду отвлекаться на всякую хрень. Сейчас вот эти пираты сраные на меня нападут. Вот, смотрите, что делает. Вот специально меняет курс, чтобы меня подсечь. Вот специально. Это подстава. Эти вот их морские подставы, знаете. Да, конечно, мне тут сейчас плавать туда-сюда, сколько надо будет. Вот опять, вот что он делает, вот козел. Это специально, это у них в мозгах прописано, они специально мешают. То есть они не просто плывут. Ну, я в него врезал, все, это агрессия, да? Нет. Вроде бы он дальше поплыл. Не просчитал он это как агрессию, не посчитал. Ага.
Ну и ладно, вот хорошо. Раньше чуть в них, видимо, разработчики исправили это, потому что раньше чуть в них врежешься чуть-чуть. Они сразу это считают за агрессию, и тебя сразу... Ну, тебя сразу хотят уничтожить. А сейчас они уже не хотят тебя уничтожить. Как я назад сейчас поплыву, вот это вот не знаю. Потому что в одну точку-то мы доплывем, а другую точку не знаю. Заплыть бы там в этот порт, посмотреть, может там что-то будет, что-нибудь там будет стоящее. Дерево я все потратил, ребят, дерево у меня не остается уже, 36 тысяч. Из порта Сан-Мартинеса надо, я думаю, часть дерева тоже бы надо вывезти. Туда, на остров. С острова надо порционы, ребят, забрать. На остров туда надо привезти медную руду. Да, медь саму, не руду, а медь. Ой. Вот. Давайте сплаваем до этого до торгаша, посмотрим. Посмотрим, что у него есть, если что-то есть. Ну, снасти заберем. Ну, дерево по два можно тоже забрать. По два, ребят, это выгодно. Потому что дерево стоит от трех. От трех голды, да? Да, 2,9, ну, 3. Медь вообще вон по 33 продается. 33. За штуку. А я в основном это на рыбу медь. Медь обмениваю на рыбу. Точнее, рыбу обмениваю на медь. Я медь вообще не покупаю ее так за голду-то. Я в основном медь обмениваю на рыбу. Заходим в порт, доехали, доплыли, дошли. Так. Трюм освободился. Так, торговый дом. Мастерская. А бронзу, чтобы сделать... А, нам все равно железо нужно, охренеть. Чтобы бронзу сделать, тоже нужно железо, охренеть. Чтобы балки сделать, тоже нужно железо. Переборки, тоже нужно железо. Пластины, тоже нужно железо, охренеть. Везде, короче, нужно железо, ребят. Везде нужно железо. А, кстати, у меня же второй остров, да? А там что у нас по... У меня рабочий ресурс острова 4000 из 4. А знаете, что надо, ребят? Надо вот здесь открыть железный рудник. И, как я говорил, вот здесь вот открыть железный рудник. И вот сюда пускай поставляется у меня железо. Железная руда. Железную руду я буду брать, перевозить сюда. А здесь ее уже как-то обрабатывать. Хотя там, чтобы... Подождите, а чтобы железную руду... Нет. Чтобы железную руду переработать в железо, что нужен? Нужен уголь. Ой, господи, а уголь у нас... вот так вот, да? Так. Охренеешь. Давайте меди сделаем. Опять крафт время у меня это закончилось все. Я, знаете, что думаю? Да, действительно, надо ремесло нам прокачать. Нам надо прокачать ремесло. Так, а что я хотел? Основные.
Вот это бы надо. Дает возможность строить 6 разных рудников и мануфактур. Это 2 очка у меня уйдет, да? 2 очка уйдет, это хорошо. И я думаю, мастер нужно сделать. Лимит 1000 единиц крафт времени. То есть вот это бы тоже, наверное, надо поднять. 600 до 1000. Угу. Да, и, наверное, вот это тоже надо будет. Это 4 очка как раз надо. Да, так, ладно, давайте, что заберем отсюда? Рабов, во-первых, мы забираем, они здесь не нужны. Забираем все фрукты. 7000, блин, вот у меня перевозки начались, транспортные. Транспортные перевозки. Так, железная руда. А железную руду я сейчас не могу сделать. У меня все, да, там этот... У меня по крафт времени нету. Ну, можно 1100 сделать. Блин, офигеть. 9000 железа. Так, ну мне мясо здесь нахрен вообще не нужно. 2000 хотя бы мяса заберем. Осколки эти мы тут оставим, эту хрень. Это, кстати говоря, хрень, можно всю продать. Продать все, 3500. Вот всю хрень снизу, которую я продал, 3500 получили. Так, и рыбу на... Давайте рыбу отсюда всю заберем. Сейчас, может, обменяем на что-то. Так, что у нас там еще? 5 тонн можем еще забрать. Давайте вот так вот заберем еще мясо. Еще 4 тонны здесь мяса остается. Мясо тоже надо куда-то все переработать. Отдать кому-нибудь, я не знаю. Кому надо мясо? Немножечко. Хотя самому пригодится. Хотя да, я думаю, самому тоже пригодится со временем. Я думаю, когда мы корабль с тобой откроем, третий, я его там проапгрейжу, да, все сделаю. Мне кажется, мне надо будет активно фармить ресурсы, да. И да, наверное, мы с тобой в следующей серии, может быть, сплаваем, все-таки откроем железный рудник здесь, здесь. Я прокачаю навык, чтобы сюда капала железная руда. Сколько бы я уже железной руды, кстати, мог бы там собрать. Потом ее просто переделать. Угля закупить. То есть, действительно, я мог бы уже много там сделать. Экспедиции бы отправлял. Да, надо бы сделать, ребят. И, наверное, я это за кадром сделаю. Я сплавы куплю. Давайте прямо сейчас я прокачаю. Ремесло. Нет. Мир. Теперь могу 6. Да, строительная грамота. Все. Прокачал строительную грамоту, теперь мы можем с тобой... У меня 4 предприятия, теперь 6 могу делать. То есть 2 дополнительных. 2 дополнительных, я уже сказал, что я сделаю. Что я куплю. 2 железных рудника. Железа не хватает, ребят. С железом проблемы. Прям очень крупные. Потому что железо надо на все. Я вот бронзу сейчас буду делать из меди. Нет, железа не хватит. Так, пленников это я обменял. Точнее говоря, не пленников, а этих. За кадром, да, наверное, сплаваю. А в следующей серии мы с тобой будем фармить этих пиратов. Билли бедный какой-то. Бедный Билли. Билли бедный.
Это кто? Это просто какие-то корабли. Так, мне бы сейчас вот торгаша бы не помешало бы где-то увидеть, чтобы мне обменять 900 рыбки. Кстати, еще можем сделать порционов. 1000 припасов есть. Еще можем сделать где-то около 1000 порционов, наверное. Чтобы они у нас были. Чтобы было хорошо. Пойдемте за рыбкой сплаваем. Золотые рыбки надо было обменять, что ли, а то у меня там лежат. Надо обменять хотя бы часть на боевые марки. Поплыли до острова, доплывем. Может, там тоже что-то будет. Может, какая-то бронза. Посмотрим. Вот куда вот ты плывешь? Ну вот. Видишь же, что я плыву. Нет, все равно тоже плывет. Они куда все? На этого, что ли, главаря плывут? Кстати, можешь тоже с ним повоевать сейчас. Нам трюм позволяет. Команда позволяет. Можешь повоевать, может, что-то соберем с них, с него. Или он не будет с ним воевать. Давайте тоже повоюем немножко. Ой. Ой, нам жопа. Давайте разберем, все что-то сюда приплыли. Давайте поразбираем. Я не знаю, может, они тут в пати играют, и мне здесь не место, как бы, они, может. Может, мне здесь не место? Не достаю. Еще он звездя выплывет. Напали толпой. На самом деле он не такой сильный. Да блин, как так-то? Как так я промахнулся-то? Позор. Вот это позор. А что эти не работают? Вот эти везунчики, вот это вот боты. Че они не работают? Че, они просто так плавают? Создают иллюзию. Везунчик мортира накидывает. У меня тоже есть какая-то мортирка. Сейчас он его сожжет. Так, пойдемте посмотрим, нам что-то достанется, нет. Было бы неплохо, если бы нам что-то досталось. Хотя бы что-то. Козел. Так. Забираем часть. А, фрагмент чертежа мне достался. Мне достался фрагмент чертежа, ребят. Не знаю, что уж им там досталось. А, мы забрали 1500 золота, фрагмент чертежа, смолы 59, припасов 39, обломки, эскудо 2, бомбарды Василиск и чугунные ядра 27. Неплохо, кстати говоря. Ну, фрагмент чертежа нашли. Вообще неплохо. Вот этого можно на абордаж взять, кстати говоря.
Так, что у нас здесь? Парусин давайте заберем. А тут и брать больше нечего. Так, вот этого мальчика можно было бы тоже забрать. У меня закончились мортиры. И бомб-то у меня, кстати говоря, не так много. Вообще, я должен был просто доплыть до точки туда и все, ребят. До дома доплыть я должен был. А не заниматься всякой фигней. Ладно, давайте попробуем этого молодого человека сейчас на абордаж взять. Давайте заплаточку поставим. Тяжеловато мне, да? У меня перегруз-то вроде бы. Ё-моё. Хорош. Нормально, он тут меня хотел-то бомбардой своей прихреначить. Ядер-то не остается. Так, сейчас его уже надо на абордаж брать. Возьмем, не возьмем. Да возьмем, но... Блин, у него 116 человек. Козел. Хорош, чем он там меня все время это подбивает. Хорош стоять. Охренеть, меня практически разобрал, прикиньте. Прям жесткий какой-то. Давай мортиру. До последнего прям будешь драться. Не сдается, падла. Две штуки ястреба. Ну, такое себе, конечно, но... Как говорится, лучше, чем ничего. Так, отремонтируемся. Два сундука, 1000 голды. То есть 2000 голды мы с него подняли. Экипажа у меня не осталось, ребят. Поплыли домой, бедные, раненые. Сейчас отремонтируемся немножечко. Вообще, я просто должен был забрать ресурсы с острова и доплыть назад. Но в итоге тут, как видите, целые приключения образовались. Где мы даже подняли немножко, ребят, баблишко. Все, хорош, поплыли. Все, по прямой. 3000, ребят, никуда не сворачиваем. Если только вот здесь вот возьмем. Вот это вот. Фруктецкие возьмем, фруктецкие. И уголь. Надо вот этим тоже позаниматься, ребят. Пофармить вот эти острова. Надо фрукты пофармить. Опять же, на порционы они идут. А нам порционы, ох, как нужны. Ну, мне они лично не нужны. Мне нужны именно деньги, на которые я их потом обменяю. Все, поплыли. Потом так не доплывем. В следующей серии, ребят, будем заниматься тем, что набирать... Фармить, я бы так сказал, фармить пиратов будем. За кадром, как я сказал, мы... Блин, вот специально, что ли, это у меня на пути-то появляется. За кадром я сплаваю две этих, сделаю. Две фактуры этих, мануфактуры я построю, за кадром сплаваю. Чтобы вас
не мучить этими долгими переправами. Ну ты серьезно? Ты вот серьезно хочешь со мной повоевать? Я мог от него уплыть. Так, у нас рано больше, да, людей. Надеюсь, справимся. Забираем пленных. Экипажа немножко своего восстановим. Блин, я сегодня домой доплыву, нет? Я говорю, целое приключение, ребят, целое приключение. Плывешь в одну сторону, находишь кучу приключений. Торговец, он нам нужен, потому что у нас есть 900 рыбы. Есть вероятность того, что я что-то обменяю. Желательно железо нужно. И уголь. Уголь, железо, потом идет медь, ребят. Ну и смолу забираем, то, что осталось. Все, рыбы не осталось, да, у нас всю рыбу обменяли. На железо, на уголь, на смолу, на медь. Какие два подраночка плывут. Тюк-тюк, их можно забрать. Но они нам не интересны. Так, главное не забыть, ребят. Не забыть сплавать, открыть две мануфактуры новых. Купить. А там, чтобы улучшить мануфактуру, что там нужно? Блин, вы специально, что ли? Ё-моё. Там надо что? Там надо... Ты ее покупаешь, да? За 500. Потом улучшаешь еще за 1500. Ну, я к тому, что там уже ресурсы, по-моему, не нужны же, правильно, чтобы ее это... Стой. Куда ты, друг? Давай дружить. Хорош. Сейчас подружимся. Я надеюсь, хорошо подружимся. Надеюсь, он меня не завалит. Так, печать Кастилия, две штуки. Хорошо. Лучше, конечно, мортиру бы какую-нибудь. Да помощнее. Неплохо смолы нашли. Да блин, да вы чё, ну серьезно, ну блин, ну... У меня людей, правда, мало. Но мы его можем просто захреначить. Потому что можешь тоже выпустить, ребят. Не обязательно брать на абордаж, чтобы выпадали пушки с них. Можно просто... Я даже топил, и мне мортира выпадала. Даже если топишь, то есть вероятность, что выпадет, допустим, мортира та же самая. То есть не обязательно... Не обязательно, ребят, именно брать на абордаж, если нет такой возможности. Хотя я могу взять на абордаж попробовать... Но я не хочу.
Так. Потопили, хорошо. Тони Ро плавает, подписчик. Да, постреляй мне тут чё. Не выпало, к сожалению. Но бывает выпадает. Все, поплыли домой. Поплыли домой, ребят. Я не доплыву сегодня до дома. Набрал тут ресурс, все пушки нафармил. Ужас. Так, да, за кадром, да, я вот сюда сплаваю, эти возьму, железные рудники. Там 7000, чтобы не дальше 7000 было. 5800. Здесь железный рудник. А он считается, железный рудник считается в опасных водах? Наверное, да. Рыбка. Я до дома не доплыву сегодня. Я сегодня до дома не доплыву. Экипажа нету, половина прочности корабля. Да, можно отремонтировать, но... Я не вижу угрозы какой-то, что вот, знаете, обязательно нужно ремонтировать. Я не всегда корабль ремонтирую. То есть я ремонтирую корабль только тогда, когда я вижу угрозу какую-то, что мне надо быстренько ХП пополнить. Либо я знаю то, что я сейчас вяжусь опять в бой, то да. Я ремонтирую корабль. А так, если я просто плыву с точки А в точку Б, мне, в принципе, не особо-то это надо. Поплыли. Золотые рыбки есть, две еще добыли, три есть. 1000 осталось, ребят, доплыть. 1000. Мы доплывем, я верю в это. Я верю. Я надеюсь, нас никто не отвлечет. Никакие звездявые корабли нас не отвлекут. Для мортиры, кстати говоря, тоже надо будет пополнить боезапас. Взять больше Брантус Кугелли. Чем бомбы. Бомб мы побольше возьмем. Мы 20 минут, ребят, плывем. Вот в правом верхнем углу показано время в море. 20 минут плывем. Из точки А в точку Б. Надо будет побольше, да, взять бомб этих всяких. И будем фармить в следующей серии, ребят, пиратов. Чисто фармим пиратов, чисто зарабатываем опыт и пополняем пленными. Мне нужно минимум... Ну, за следующую серию я надеюсь, что я нафармлю, ну, минимум 400 пленных. То есть вот таких вот дяденек будем фаршмачить. 400 пленных, я думаю, постараюсь набрать за следующую серию. За кадром я сплаваю, ребят, как уже сказал, куплю вот здесь вот производство, железный рудник, да, и вот здесь вот. И мне все, я буду вот сюда свозить, ребят. Туда я там все буду свозить. А у меня, кстати, там открыта экспедиция-то. Кстати, у меня там, наверное, экспедиция, да, не открыта. А тут надо, кстати, фрагмент чертежа, наверное, забрать, увезти. Рыбок надо забрать оттуда. Доплыть надо тоже до того острова. Ну, за кадром я доплыву. Па-па-па-па-па. Железная руда. Мастерская. Блин, жалко, я не могу посмотреть модификации. То есть, какие у меня там, что у меня там сделано на личном острове. Блин, я не помню, ребят, я мастерскую там открывал. Точнее, не мастерскую, а аванпост. Придется найти свою серию, где я открыл второй остров.
и посмотреть, аванпосты я вообще сделал там. Потому что если нету аванпоста, я, ну, как бы надо будет делать аванпост. Вот. Вот такая серия, ребят, получилась. На этом все, да. На этом мы с тобой заканчиваем. За кадром я сплаваю, открою, как я уже сказал, мануфактуру там, эту всю хрень. А мне что, вообще рабов-то здесь не осталось? Я вообще всех потратил? Я думал, у меня тут штук 100 хотя бы осталось, а у меня вообще нету. Ё-моё, да, фармить надо, ребят, пленников. Но это все в следующей серии. Так, 1000 порционов я еще могу сделать, ребят. Еще, да. Да, еще 1000. 1000 порционов я еще могу сделать, ребят. Еще 1000 порционов. То есть у меня и так 2000 порционов. Да. Я думаю, знаете что, я за кадром, когда туда поплыву, я заберу порционы. Я закину туда часть порционов. 600. 600 только порционов я увезу, еще 1400 здесь останется. Ну ладно, не, ничего страшного. Я их потом туда перевезу. Да. Железо мы сюда тоже бы надо переправить. В общем, короче, все надо. У меня ресурсы везде кончаются, ребят. Мне единственное, наверное, только... Я даже не знаю, что у меня есть тут. Ресурс, как бы они есть, но как бы их нет. 400 рыбок у меня всего есть. Их обменяем. Фрагмент чертежа, кстати, 13 штучек уже есть. Хотя их и не фармлю нифига. Да. Уголь нужен, ребят. Надо много угля. И так далее. Ну, блин, это все... Да. В общем, в следующей серии я сказал, что буду делать. Да, сплаву открою. Железный рудник здесь. Железный рудник здесь. Доплыву до острова, посмотрю, есть ли у меня там аванпост или что у меня там по аванпосту. Заберу здесь ресурс тоже некоторые, там золотые рыбки, сундуки заберу, я думаю, отсюда. Хотя сундуки пускай лежат, вот боевые марки. Хотя они тоже пускай там пока лежат. Ладно, пускай там пока все это лежит. Потому что здесь тоже у меня что-то тут лежит, да. Да, сундуки, фрагменты у меня тоже тут лежат в Сураку. Боевые марки тоже немножко лежит, железо да дерево. Ладно, это тоже пускай там лежит. В общем, доплыву, открою эти. И в следующей серии будем фармить пиратов. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.